too. Yeah, fuck. Да! Я буду коленчиком. Я не хочу быть официантом. Будешь. Ну что ж, на самом деле, пока непонятно, кому повезло больше. Давай, что делать? Я вам говорил, что хочу поработать официантом. Я не знаю, кто где стоит. Самое главное вот в этом деле, это не разбить бутылку. Так, я примерно понял, как это делается. Это мое призвание, это мое, как бы. Доволен работой, кстати? Отлично, да, здорово. Охота все время похавать со стола. Сейчас официанты делают что-нибудь другое, кроме как натирать. А вы можете мне что-нибудь подсказать? Да нет! Не могу я тебе ничего подсказать. Пивоват получился немножко.